Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Роберт Троцевский. И в сегодняшнем видео я хочу рассказать вам, как вы можете заработать миллион долларов или сумму приблизительную к миллиону долларов примерно к вашей пенсии, то есть в возрасте где-то от 55 до 60 лет. И как же вы можете это сделать? И на самом деле здесь есть несколько способов. Я вам расскажу о более популярном, которым я пользуюсь сам и который я активно использую. И этот способ называется инвестирование в аккаунты под названием Roth IRA или Traditional IRA. И это два аккаунта, которые называются пенсионными аккаунтами, в которые вы можете вкладывать деньги на протяжении многих лет и которые будут расти со временем и в конечном итоге могут дать вам огромную прибыль в ваших аккаунтах. И давайте рассмотрим поподробнее, что это за два аккаунта, как они работают, в чем их разница, и узнаем всю информацию об этих аккаунтах. Поехали! Итак, первый аккаунт называется Traditional IRA Account, и второй аккаунт называется Roth IRA Account. В принципе, это два IRA аккаунта, на которые вы можете вкладывать деньги для того, чтобы откладывать на вашу пенсию, но в них есть различия. Например, первый аккаунт Traditional IRA, вы вкладываете деньги до того, как вы заплатите ваши налоги. То есть, получается, в этих двух аккаунтах есть ограничение, сколько вы можете вложить каждый год. И это 6 тысяч долларов, если вы от возраста до 50 лет. И если вы от возраста после 50 лет, это уже 7 тысяч долларов на текущий год. Я говорю на текущий год, потому что информация каждый год меняется, и каждый год вы должны проверять, какие на текущий год лимиты по тому, сколько вы можете вложить. И эти 6 тысяч долларов вы вкладываете до того, как вы платите налоги или таксы, как это называется в Америке. Потому что когда после этого вы будете заполнять ваши таксы, вы можете вписать в вашу таксовую декларацию, что вы вложили 6 тысяч долларов в свой Traditional IRA аккаунт. И это позволит вам списать какие-то налоги на текущий год. И за счет этого вы заплатите меньше налогов, чем могли бы заплатить. Второй же аккаунт, который называется Roth IRA, вы также можете вкладывать 6 тысяч или 7 тысяч после 50 лет, однако вы вкладываете эти деньги уже после того, как вы заплатили налоги. И это делается по причине того, что, например, когда в традиционном аккаунте вы вкладываете деньги до того, как заполняете налоги, вы списываете в налогах какую-то сумму, то есть, по сути, это как скидка на ваши налоги каждый год, если вы вкладываете туда деньги. Однако, когда вы захотите снять деньги с традиционного аккаунта, и для справки, снять вы можете эти деньги только после того, как вам исполнится 59,5, только тогда вы можете снять деньги с традиционного аккаунта. И поскольку это традиционный аккаунт, то вы заплатите налог за снятие этих денег. За снятие денег, которые вы туда вложили, и также деньги, которые выросли в этом аккаунте. Потому что в этих двух аккаунтах вы не просто вкладываете деньги, и они там ничего не делают. Вы вкладываете деньги в различные ETF или индекс фондов. Позже я расскажу, что это такое. Но, например, в аккаунте Roth IRA немножко по-другому. Сколько вы вкладываете деньги в Roth IRA уже после того, как вы сделаете свои таксы и заплатите свои таксы? В этом аккаунте есть другой бенефит, которого нету в традиционном аккаунте. Это то, что когда вы будете снимать деньги после вашего возраста, который будет 59,5 или выше, вы не заплатите налога, во-первых, на сумму, которую вы туда вложили, а также на сумму, на которую вы выросли в этом аккаунте. Как я уже говорил, почему Roth IRA более бенефитный, на мой счет? Потому что есть один пример, который показывает, почему Roth IRA может быть выгодным. Например, есть такой парень, который вложил в своем аккаунте Roth IRA в компанию PayPal. Его зовут Питер Тейл, который купил акции компании PayPal до того, как они были публичными на маркете, по цене 0,001 цент за акцию. На данный момент акции PayPal приблизительно стоят 103 доллара. И его аккаунт с 2000 вложений, когда акции стоили 0,001 цент, и сейчас, когда они стоят 103 доллара, вырос до 5 миллиардов долларов в его Roth IRA аккаунте. И что это значит для него? Поскольку это Roth IRA аккаунт, и он уже заплатил налоги до того, как вложить деньги в этом аккаунте, эти 5 миллиардов долларов вообще никаким образом не облагаются налогом в его аккаунте. То есть, по сути, он выиграл лотерею в 5 миллионов долларов и не должен платить ни цента в качестве налогов. То есть вся прибыль, которую он заработал, поступит исключительно ему. Однако одно но, как и в традиционном, так и в Roth IRA аккаунте, он может снять эту сумму без штрафа только после 59,5 лет. Однако есть такие правила, что
что в RosRay аккаунте вы можете снять деньги до 59,5 лет, но это при различных условиях. Например, в RosRay аккаунте вы можете снять деньги, которые вы вложили в этот аккаунт, без каких-либо последствий, штрафов или заплатить какие-то налоги, но только ту сумму, которую вы вложили без учета роста. Но если вы уже хотите снять раньше и также то, что вы вложили, и то, что уже выросло, это будет облагаться ваш рост 10% штрафа за то, что вы снимаете раньше, чем 59,5. Однако есть множество случаев, когда можно снять деньги и также те деньги, которые выросли, без каких-либо штрафов или уплаты налогов. И я сейчас расскажу вам о многих случаях, которые связаны с этим. И это будет относиться к двум аккаунтам, как и традиционному аккаунту, так и RosRA аккаунту. И теперь давайте посмотрим, что это за ограничение. Также я хочу заметить, что вот это ограничение, что вы можете снимать деньги, когда вам исполнилось 59,5, работает только в том случае, что вы можете снять без штрафа, если вашему аккаунту минимум 5 лет. Как минимум, если вы хотите снять деньги в 59,5 без каких-либо штрафов или чего-то подобного, вы должны начать вкладывать деньги туда примерно с возраста 54,5. Но желательно, конечно, начинать это намного раньше. И я позже покажу, почему надо вкладывать раньше деньги, нежели позже. И теперь давайте поговорим о ограничениях, когда вы можете снимать деньги без штрафов или налогообложения в двух аккаунтах, традиционном аккаунте и RosRA аккаунте. Например, одно из таких ограничений, что вы можете снять деньги и не платить с этого налог или штраф, это когда вы, например, положили деньги в аккаунт в, предположим, 2020 году, и в течение года вы, например, выросли на $500 в данном аккаунте. И если вы вывели деньги до того, как вы заплатили налоги в следующем году, например, вы вложили 6000 и выросли до 6500, эти $6500 вы можете вывести в течение года, пока вы не начали платить налоги, без каких-либо штрафов или ограничений. Это первый вариант, как вы можете сделать вывод денег без потерь. Если вы решили купить или построить дом, вы можете вывести $10,000 из вашего аккаунта на постройку или покупку дома, которые не будут облагаться налогом или штрафом. Потом, если, например, у вас рождается ребенок или вы усыновляете ребенка, вы также можете вывести деньги без каких-либо потерь. И, насколько я знаю, ограничение есть в $10,000 только для покупки дома или постройки дома. Во всех остальных случаях ограничений нету. Также следующие случаи – это когда, например, вы, не дай бог, становитесь инвалидом, или, например, ваш муж или жена умерла, вы также можете вывести средства с этого аккаунта без каких-либо денежных потерь. И также, если, например, вам нужна какая-то медицинская помощь до определенной суммы, которая каждый год меняется, что приблизительно равна 10% вашим медицинским расходам, вы можете снять деньги на медицинские расходы, если вы сейчас находитесь в статусе безработного человека. Также еще два случая, когда вы можете выводить деньги без потерь, это когда вы получаете эти деньги в наследство, опять же, если, например, ваш муж или жена умерла, и вы получаете его аккаунт в наследство, то деньги, которые находятся в этом аккаунте, не облагаются налогом. И если вам нужны деньги на военную службу, это также не облагается налогом. Теперь я хочу вам показать свой аккаунт, где я вкладываю деньги и в какой аккаунт я вкладываю. И небольшой спойлер, я вкладываю в аккаунт RosRA, потому что мне больше нравится идея роста моих денег и что потом я могу их снять без вычета налогов. И, например, идея, что сейчас я заплачу меньше налогов в своей годовой форме, но потом я буду платить налоги со своих доходов. Потому что на данный момент мне 23 года, я не имею какого-то очень большого дохода, поэтому у меня не такие огромные налоги, которые я сейчас плачу, но в будущем они, естественно, будут больше, потому что я начну зарабатывать больше. И за счет этого, за счет того, что сейчас я плачу меньше налогов, я, по своему мнению, выиграю больше, если вложу сейчас деньги в акции в этом аккаунте, они вырастут в цене, и я потом смогу снять весь доход с этих акций без каких-либо потерь в налогах.
Поэтому, по моему мнению, для меня лучший выбор, и для, вообще для тех, кто сейчас в возрасте примерно 20 до 30 лет, выгоднее вкладывать в рост RA аккаунте, нежели чем в традиционном аккаунте. Но это только мое мнение, вы не должны прислушиваться к моему мнению, я просто вам рассказываю, как и что работает, а сами уже решения от того, куда вы хотите вложить, как вы хотите вкладывать, вы принимаете сами. Я просто показываю им, как это делается. И теперь я хочу вам показать свой аккаунт. Я вкладываю деньги в RossRay аккаунт в платформе OneGuard. Вы также можете вкладывать в RossRay или Traditional RA в аккаунте M1 Finance или многие другие аккаунты. Вы можете просто загуглить, где вы можете вложить в RossRay аккаунт и в традиционный аккаунт. Но я пользуюсь OneGround аккаунтом. И теперь посмотрим, что в моем OneGround аккаунте мы имеем. В моем аккаунте сейчас 6430 долларов 29 центов. Изначально я вкладывал в этот аккаунт только 6000. И это было где-то в 2020 году. Изначально я вообще сначала открыл традиционный аккаунт, но потом, когда я почитал более подробно о плюсах и минусах традиционного и RossRA аккаунта, я все-таки решил выбрать RossRA аккаунт по причинам, которые я описал вам выше. И если мы заходим здесь на этом сайте в RossRA аккаунт, оно показывает, какие ETF или индексы я купил в этом аккаунте. И небольшое отступление, ETF или индекс фондс, как я рассказывал в некоторых моих других видео, ETF — это как корзинка с акциями, где вы, например, платите, предположим, 140 долларов за эту корзинку, и эти 140 долларов распределяются по 500 самых популярных компаний в Америке. Если, конечно, вы выбираете ETF, который следит за индексом S&P 500. И также здесь есть у меня одно инвестирование в индекс фондс. Он тоже следит за индексом S&P 500. И различие между индекс фондс и ETF, в принципе, не особо большая. Она разнится только в том случае, что в ETF вы вкладываете в часы, когда работает маркет, а в индекс фондс вы можете вложить только тогда, когда маркет не работает. По сути, это основное отличие, которое есть между индекс фондс и ETF. И у меня вложено 4171 доллар в индекс фондс VFIAX, который следит за S&P 500, 500 самых популярных компаний в Америке. Также у меня вложено 1238 долларов в VOO, это ETF, который следит за S&P 500. Также я вкладываю в VTI, это тоже ETF, который следит за S&P 500 акциями. И также у меня вложено 116 долларов в VUM, OneGround High Dividend Yield ETF. Это ETF с наиболее большими дивидендами, тоже который следит за акциями S&P 500. И в этом аккаунте, на самом деле, мне не нравится этот аккаунт в том плане, что, с одной стороны, у него есть плюсы, что OneGround — это, наверное, один из самых первых аккаунтов, которые были созданы для таких вложений, и сама компания OneGround создала вот это все понятие ETF и индекс фондс. Но, например, в том же приложении M1 Finance наиболее удобно вкладывать в акции из-за более удобного интерфейса и более понятного, в принципе, приложения на телефоне. Потому что в OneGround очень много информации. С одной стороны, это хорошо, вы можете узнать больше, как что работает, как вы что получаете, но он немного запутанный, вам придется потратить какое-то время, чтобы разобраться, как и что здесь, куда инвестировать, как сюда вложить деньги и как вывести отсюда деньги. Основные вкладки, которые я здесь пользую, это мой баланс, который показывает просто баланс на двух аккаунтах, но у меня, поскольку я вкладываю только в один, это RossRA, где мы уже были, это ваши акции, которые у вас есть в этом аккаунте, в данном случае ETF, ваши активности в этом аккаунте, когда и что вы купили, какие дивиденды вам пришли. Например, последние дивиденды, что мне пришли, это 4 доллара 16 центов от RossRA аккаунта. Также ваша производительность в данном аккаунте, как он вырос и поднялся. То есть мы видим, что за все время я поднялся на 404 доллара 19 центов. И также, как разделены ваши вклады. И для меня это 100% в акции, я ничего не вложил в бонд или в short-term reverse.
И по сути это основные вкладки в данном приложении, чтобы вы могли ориентироваться, как ваш аккаунт прогрессирует, куда вы вложили, как вы выросли и что вы вообще сделали здесь. Еще я хочу вам показать, как здесь покупаются все эти акции или ETF, потому что я когда первый раз разбирался, я немного запутался в этом, поэтому хочу вам показать, чтобы у вас не возникло проблем с этим. Вы нажимаете на «Мой аккаунт», нажимаете «Buy and Sell», дальше вы идете во вкладку «Buy one grand pounds», и здесь вы видите, что здесь выбран только один Federal Money Market Fund. И по сути здесь работает такая логика, что вы должны выбрать Federal Money Market. Дальше вы идете на Contribute to REA. И здесь мы видим, что лимит на 22 год, как я и говорил, $6,000. Что в этом году я могу положить еще $6,000 на мой аккаунт. Вы выбираете, на какой аккаунт. Сначала вы ложите на этот Federal Money Market. Пишите, сколько вы хотите положить. Нажимаете Continue. И выбираете, с какого банка вы хотите положить. При регистрации на сайте вы изначально будете добавлять свой банк, поэтому у вас он сразу будет высвечиваться здесь, как у меня. И если вы нажмете Continue, вы положите деньги на этот аккаунт, а после вы просто переводите деньги с вот этого Federal Money Market на любые ETF или фонды, которые вы хотите купить в этом аккаунте. Например, потом, когда вы положите деньги, вы сможете ввести поиски такие же ETF, если вы хотите, как у меня, например, VFX Index Funds или VUM, VUO, VTI ETF, и положить туда деньги, просто нажав на Buy и купить больше акций в этих ETF. Также я хочу вам показать примерные расчеты, или как называется это, RossRay калькулятор, как ваше портфолио приблизительно вырастет, если, так скажем, в мире все останется так, как оно и есть. Хотя сейчас мы знаем, ситуация в мире не совсем спокойная, но надеюсь, это уладится в скором времени. И здесь есть такой сайт под названием RossRay калькулятор. Вам не обязательно пользоваться тем же сайтом, что открыт у меня, но это один из сайтов, которых я использую. Вы можете найти другой, просто написав RossRay калькулятор. И это, по сути, калькулятор, который покажет вам приблизительно, как вырастет ваше портфолио, если вы будете соблюдать каждый год одни и те же шаги. И, например, для меня. Мой баланс сейчас примерно $6,400. Мои годовые вклады в аккаунт — это $6,000. Нынешний возраст — 23 года. И возраст, когда я хочу, так скажем, уйти на пенсию, предположим, это 60 лет. Expected rate of return — это среднее число, сколько ваши акции будут вырастать в год. И среднее число — это и вправду от 8 до 10%. Предположим, поставим 8%. Marginal tax rate — это сколько вы заплатите налогов. Предположим, это будет 24% с налогов. То оно сразу считает, что вы вложите $232,000 вот с вашего возраста 23 года до 60 лет. И показывается, как вырастут два аккаунта, если вклад в один или в другой. И, например, если я вкладывал аккаунт Traditional IRA, с которого вы можете списывать налоги каждый год, но потом с которого вы платите налоги в конце, когда вы снимаете деньги приблизительно ваши 60 лет, то я бы при вложении $232,000 вырос до $895,000. Но в моем RossRA, который не облагается налогом после снятия, а облагается налогом сразу, когда вы вложите деньги, я бы вырос до 1 441 913 долларов. Именно по этой причине я решил для себя, что я хочу вкладывать в RossRA, нежели в традиционный RA. И эта табличка показывает живую разницу, как эти два аккаунта отличаются. Поэтому вы решайте сами для себя, в какой аккаунт вы хотите вложить деньги. И на этом я хотел бы закончить данное видео. Спасибо, что посмотрели меня сегодня. Ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока.